Любимое занятие нашего циверка, свободное от выгула и игры время, это сон. Но будильник на критические моменты его распорядка дня у Тоби настроен четко. Тоби проснулся, зевнул, чувствует, что уже пора у нас на улицу идти, да, Тоби? Нам пора гулять, или ты еще поспишь, маленький? Ты поспишь или гулять пора? Тоби спать будет, да? Спать. Скажи, хозяйка, чё смеешься? Собирайся, скоро гулять. Пойдем, скажи. Ты... Вот. Пора гулять. Тоби гулять хочет. А? Ты объясняешь, что уже 12 часов, пора на улицу идти, да, Тоби? Спасибо тебе, ты наш будильник. Ты прям, у тебя внутренние часы, у тебя настолько четко работают. Вот, посмотри. Сегодня солнышко, мороз. Птицы с ума сходят. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.